История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус. Пробежимся по истории этого дня. Как гласят факты, именно 17 ноября в 1717 году Иоганн Беслер продемонстрировал человечеству одну из величайших загадок истории – вечный двигатель. Кстати, изобретение немецкого кулибина хотел купить Петр I, но смерть Петра изменила ход истории. И тайну вечного двигателя так никто и не узнал. К событиям дня. Грандиозным, кстати. 17 ноября в 1869 году для судоходства был открыт Суэцкий канал, который объединил Красное и Средиземное море. И теперь не нужно было огибать Африку, и можно было сэкономить 8 тысяч километров. По случаю события закатили вечеринку с участием монархов. Она длилась 7 дней и обошлась в 28 миллионов золотых франков. Из необычных праздников сегодня день знакомства с новым чаем. Вы удивитесь, но немецкая восточная Фризия – мировой лидер по тому количеству чая, который выпивает средний ее житель. 300 литров – это больше, чем в Великобритании. Здесь, на побережье Северного моря, любят черный индийский чай с коричневым сахаром и обязательно со сливками. Их так сверху накладывают, делают белое молочное облачко. Кстати, чаепитие на сегодня праздничное среди именинников Мартин Скорсезе, Софи Марсо и Дэнни Девито. Кстати, знаете, как Дэнни Девито снимает стресс? В его гримерке всегда стоит батут. И как только накатывает усталость, он прыгает, как дитя. Вот таким любопытным, вот таким интересным оказался этот день в истории. До встречи на ТВ Рус. Все, пока! Пока! История дня на ТВ Рус.